За 2 месяца областным департаментом по противодействию коррупции составлено 5 административных протоколов, относящихся к категории коррупционных. С правонарушителей взыскан штраф в размере 1 миллиона тенге. Представители областного департамента по противодействию коррупции провели брифинг. Какие еще правонарушения были выявлены? Привлечены ли к ответственности лица, нарушившие закон? Подробнее в следующем сюжете. Глава страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и закрепил за антикоррупционной службой право составления протокол об административных коррупционных правонарушениях. Прошло 2 месяца со дня вступления в силу этого закона. Какая работа проделана в области за этот период? Пресечение административных правонарушений – эффективный инструмент предупреждения коррупционных проявлений. Путем своевременного пресечения мелких правонарушений можно предотвратить такие негативные моменты, как задержание и арест, обыск примечений, ущерба государству, а также последующие негативные последствия для разоблаченных лиц. С момента введения в действие закона антикоррупционной службы по Тверской области составлено 5 административных протоколов, относящихся к категории коррупционных. Из них 2 по статье 676 Кодекс незаконное материальное вознаграждение физических лиц, 3 по статье 681 прием на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления. По административным протоколам виновным лицам наложен штраф в размере 1 миллиона 20 950 тенге. Так, должностным лицам госучреждения Атырауской областной территориальной инспекции, Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в качестве незаконного материального вознаграждения выдана сушеная рыбная продукция лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций в министерстве. В отношении правонарушителей были приняты соответствующие меры. В связи с тем, что в действиях последнего содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 676 Кодекса об административных правонарушениях, департаментом составлен административный протокол и наложен административный штраф в размере 291 700 тенге. Таковы результаты работы за 2 месяца. В завершение брифинга Айдос Мамыт отметил, что усиление административной практики является эффективным методом искоренения коррупции. Агентство продолжит свою работу согласно намеченным планам. Гульфани Хамзи, Артур Бутванов, телеканал Атырау.